В Казани скончался 68-летний водитель «Лады», опрокинувшийся на бок после столкновения с Volkswagen Touareg. Напомним, авария произошла на пересечении улиц Беломорской и Гудаванцев утром 19 февраля. По версии автоинспекторов, водитель «Лады» выехал на красный сигнал светофора, после чего в него на полном ходу въехала немецкая иномарка. Затем легковушка столкнулась с забором и опрокинулась на бок. В результате аварии пожилого водителя «Лады» госпитализировали. Однако спасти мужчину врачи не смогли. Спустя 3 недели он скончался в больнице.